захвата можно делать и то, и другое. Атаку и контрол. Это занимает гораздо меньше силы. Затратить. Такие же правила и во Франции по поводу захвата. Что в соревнованиях дети используют только классический захват. Until 12. Также до 12. Окей. On the line. Например, да, сейчас. Are there 500 athletes make a training maybe just around the then there are their kata seminar, then there are their AJU experts seminar, yes. То есть, например, один из проектов, который планируется сейчас на май, это будет семинар, ну там большой там будет сбор международный, то есть будут ребята, сборная команда собираться. В Турции это будет в мае месяце, в Анталии, там в хорошем месте. То есть там планируется присутствие команды, присутствие экспертов по ката будет, и также присутствие всех тех, кто входит в экспертную комиссию ИДЖУ по данному вопросу, все там будут. И там будут тоже семинары, там, по-моему, в течение там, недели или там, несколько дней, там, 5 дней. То есть тоже будет такой вариант. Есть возможность, у кого есть возможность, тот тоже может туда приехать. Это не значит, что это вот будет обязательно. Да? То есть, если есть возможность, вы можете. Об этом будет тоже информация везде висеть. Более того, по поводу разных вариантов методических пособий и так далее. То есть те, кто как бы постоянно на этих курсах присутствует, соответственно, вы тоже, кто оставил свои координаты, будете проинформированы, когда будет подготовлена некая программка. То есть у нас есть сейчас разработка там программка для детишек, там разные пособия, но она как бы для детей и для тренеров там есть. Книга с раскрасками, ну, это такая интересная очень проект, у нас несколько всяких пособий, которые детям, тренерам, плюс видео, которое будет, и все, кто присутствует на семинарах, у них будет доступ к тому, чтобы это бесплатно все спокойно скачать. То есть это, скорее всего, будет выложено где-то на каком-то ресурсе, соответственно, как бы кто присутствует постоянно, грубо говоря, клиенту. Хотя здесь тоже семинар бесплатный, да, по большому счету. То есть все равно те люди, которые присутствуют постоянно, у них будет возможность потом это все скачать, то есть им будут даны коды доступа там, да, то есть какие-то персональные, с помощью которых они смогут эти методические вещи как бы тоже скачивать и получать доступ к этой информации дополнительно. Тоже абсолютно бесплатно.
Вот, поэтому по поводу видео тоже сильно не переживайте. Все, что отснято здесь, оно будет, будет выложено. В течение какого времени, я не знаю, это надо вот технарей спрашивать. Вот. Они когда будет готово видео для тренеров, где вы можете посмотреть большинство европейских соревнований, да, то есть если вы там имеете определенные коды доступа. Вот. И то же самое будет сделано по поводу этих курсов. То есть семинары, которые будут здесь записаны, они будут выложены тоже на этой платформе, тоже можно будет их оттуда скачивать, ну, обладая определенным кодом. Да, но это не открытая информация для всех. Да? Это только для тех, кто кто здесь, да, кто дал свои контакты, кто дал свой email, да, тот Email как-то никто не оставлял, не было. Места не было. Просто вы поверили, по скидке. Écarte un petit peu tes jambes. Hop, давай. Удобнее так. Ты своими часами.
they can do without help, they do without help. They can't, they use help. Если вы можете делать без помощи рук, вы можете сделать так. Если тяжеловато, вы можете еще помогать руками. Ой, ногами. Ну, это вот лучший вариант. Кто так не может, тот может с вашей ногами les jambes qui vont tirer. Moi, je tire les pieds, toi, tu tires avec tes jambes. Hop. 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 Caracho. Давай. Ноги же напрягаются, переспай. Ну, я только не говорю. One time more. Half an hour. Sure. И, возможно, потом заболит даже спина у вас. Поэтому очень важно следить за этим. Don't do this. Must be on the back. Like this. Now you can use your balance. Back for balance. Это для того, чтобы вы использовали свой баланс. This is the main problem also when we do the exercise with the guy, no? We start to do like this. Это потом тоже у ребят, когда вы... Ну, правильная постановка, да, тела, правильная работа тела, правильная постановка корпуса очень важна даже в тех случаях, когда в походе ребята начинают делать силовую работу, в том числе со штангами, и большая проблема, когда ребята начинают работать с интенсивной тащить. Особенно в таких упражнениях, как рывок, да, на грудь и становые тяги. То же самое, очень важно сразу на детстве включать, держать правильно, так, чтобы работа была правильной. Отсюда это очень важно. Если мы берем что-то с пола, мы не делаем. On tourne, tu tournes, tu tournes, tu mets tes bras comme ceci, je prends les pieds, pareil, le dos, non, balance. Okay. Динамично.
Поворачиваемся. Кайфуем. Сегодня мы с тобой. Права лево. Давай! Pour moi, c'est important. Soit j'ai les deux pieds face, soit à l'intérieur, j'ai les jambes. Soit j'ai les pieds sur les hanches, soit j'ai les pieds. Mais toujours avec une ouverture des jambes. For the time, leg must be open. Ce время ноги должны быть раскрыты, когда вы встречаете такие. Après le principe. Qu'on soit dedans, devant, contrôle colline, ici, contrôle taza. Ici. Faut que moi je sois en équilibre. Il must be in balance. Il doit être en balance. Il doit être en balance. Ensuite, le principe, c'est de croiser. On a vu hier, avec monsieur Kala, la tête. Le bassin. Exercice, push, changez ça. Вправо-влево
Это просто для освежения памяти. Мы вчера делали это упражнение для того, чтобы у вас память немножко освежить, когда вы ногами внутрь заходите. Это другая ситуация. Окей. Секунд, экстерьер. In this moment, the concentration, the task is to work on the leg. Да, мы концентрируемся на работе ног. La même chose. Même principe. Je monte. Je monte. Задница должна подниматься. Et ensuite. Поднимаемся. Same concept. Окей. То же самое. Поднимаем. Ce qui est important, si tu roules sur mon côté gauche, ma jambe elle est tendue. Si je roule sur le côté droit, il y a un problème. Vous êtes à moi, je ne prends pas ma jambe. Non, non, laissez-le, laissez-le. Voilà, il y a un problème. Нога остается, видите, очень тяжело. Поэтому этой ногой вы должны работать. Окей. Ok. Yes. Le rôle des jambes est important. Право влево, попробуй сделать. Работать ногами. Давай. Probably the leg, not a lot of them work with the leg. And forget to pass the head. You remember yesterday what said close and then close and then turn. Не забывайте про то, что вы должны быть грудь в грудь, то есть голова должна отходить, да, то есть не проваливайте его мимо себя. И работает достаточно. Работа ног. Ноги должны быть открыты. Контроль. Regardez. Majority of them with the head on the floor. They can't turn. Зачастую у вас таз оказывается на татами, поэтому очень тяжело там сделать разворот. Поэтому нужно поднимать таз, когда вы делаете, и в этот момент разворачивать ногами делать, да? Everybody problem because please. Тяжело. No. Il faut que les hanches montent. Таз должен подниматься, тогда вам легко будет вращаться. Okay. Тогда легко this, будет this finish. Если не поднимется, то здесь будет очень. Okay. Не забывайте про это. Права, права, для лава, лева. То, что Акада вчера говорил, Акада Сенсей, то же самое. Правая рука, голова уходит в левую сторону. Ока! Давайте еще, идем. Еще! Ай! Позицион суббан. Я буду использовать. Дальше я буду использовать. Я буду использовать. Я буду использовать. Я буду использовать. Same thing, but position of the leg is different, no? Теперь посмотрите, та же самая работа руками, но теперь ноги становятся... Ноги выталкивают колени. Здесь вы прорываетесь под подмышку. La première action, c'est juste le contrôle. First action is just to control the leg. No push. Первое, да, движение, то есть просто контролировать, control. Не толкать. You see, this is a position also in this position. Pull here, this is a really good position. Хорошее выведение из равновесия получается, хорошее position. Плечо. Вот плечо, рука уходит. Прижать. C'est juste pour l'empêcher d'avancer. It's just for block his forward movement. In this case, it's too
stop his movement. Нужно остановить его движение, да, то есть тот момент, когда он на вас идет. But normally I try to attack him, no? I try to block my step forward. Атаку, да, и теперь контролирую здесь перейти. Нет дистанции, да, дистанцию не надо, наоборот, плотно. Захват не бросайте. Обратите внимание, что в концовке Жан-Пьер держит и пояс держит, и здесь руку. Очень плотный захват получается. Лучше держать захват за пояс. Рука перехватывает, видите, подмышку. Таким образом вы блокируете. И в заключение вы переходите. Окей? Давай. Important, c'est le contrôle, mais mon dos aussi c'est important. Là, je suis pas en équilibre. Well, my back is not in the balance. On a le possible. Если спина отклонена назад, то нету баланса. Yep. Тяжело что-то делать. Тир. В этот момент уже потерял. Посмотрите. Чисто контроль. Контролировать. То есть не надо вытягивать, да, отваливаться от него. Okay. Yo, touche pas. Yo. Non, non. Ok. La main est à la ceinture quand je tire. Quand je tire mon partenaire, j'avance. Regarde, je tire. Yo. Вы должны как бы тоже противника, когда вы тянете, вы должны к нему тоже приближаться. Контроль. Это для того, чтобы поплотнее взять. Контроль. Тир. Потянули чуть-чуть на себя и оттуда сразу. Не надо сейчас здесь на себя заваливаться. Сразу чуть вывели и старайтесь сразу сбить его в сторону. La situation n'est pas ici au départ. We don't start from this position. Мы не начинаем отсюда. We start from this position. Начинаем отсюда, из этой позиции. Allez, encore un petit peu. Allez. Je vais là. Je Alors, là, la position qu'on va adopter là, c'est ce que je peux repousser et je puisse. Oh. Non, non, sur. Que je te repousse et que je puisse me revenir sur. L'exercice, c'est ça. On va placer ici. Il est ici. Je vais pousser pour justement revenir dessus. Le contrôle, l'idée c'est de ressortir avec cette jambe-là pour pouvoir justement. Je termine, c'est juste quoi. Non, non, là je contrôle. Termine avec les passages dans la jambe. Ouais. Ça, je contrôle. Là je te tiens à distance. This is for take a distance. Yes. Then we arrive in the same, like in control, and then try to take arm and leg. Vous voyez, arm and leg under. C'est juste pour te contrôler la distance. Voilà. C'est comme toi, tu as formé la distance. Здесь, посмотрите, да, то есть ногами вы должны контролировать. Je peux revenir ici. Partner, для того, чтобы le contrôle, le contrôle. Après, il y a juste à pousser. Ага, и после этого контролируйте, грудью давите. Toujours les pieds. Посмотрите на ноги. Ноги должны работать. То, что мы вначале делали, упражнение. Ноги работать. Захват, обратите внимание, где вы должны держать. For the time when we pass the middle of the arm,
Если вы держите нижнюю часть рукава, вы контролируете руки. Если вы верхнюю часть рукава держите, вы не контролируете руки. 50-50. И партнер также может спокойно руками этими работать. То же самое здесь. Окей, контроль. Многие делают, смотрите, какую ошибку. Вы начинаете, когда тянуть, вы начинаете отваливаться корпусом. Это неправильно, потому что отсюда мне тяжело обратно возвращаться. Ногами толкнули, корпус ровно. Тогда вам будет удобно выходить отсюда из этого положения наверх. Если вы отсюда начинаете вот эту тягу делать, отсюда очень тяжело к нему идти. Поэтому то, что Жан-Пьер вначале говорил, баланс. Держите баланс. Ноги толкнули, отсюда вы легко выходите наверх. Allez, давай! 2 минуты! 5 минут, да, для этого. Вы должны тоже помнить, что я хотел еще сказать. Это не просто один лег, а мы используем один лег. Это все вместе, лег use, back use, это все. Вы должны, да, понимать, что вообще, как бы всегда, да, у нас работает все тело, да, то есть мы не можем работать только одними руками или только одной спиной. Поэтому вот сейчас мы делали упражнение. Здесь очень важна была работа ног. Да, то есть внутри, снаружи, с упором, как вы работаете. Поэтому помните о том, что всегда работает во всех техниках, все ваше тело должно работать. 5 минут перерыв и потом продолжение. Вначале, да, то есть мы продолжаем тему борьбы лежа, тему Нейваза. И давайте первое, да, вот он хотел, сенсей хотел узнать по поводу эби. Знаете, так, упражнение такое эби? Креветка. Да. Знаете, да? Умеете делать. Да. Вот он хотел вначале, говорит, давайте мы его немножко поделаем, он посмотрит, а после этого он даст объяснение, как это упражнение делается правильно, для чего оно нужно, и он полную раскладочку даст. Хорошо? Давайте немножко от стены, чуть-чуть. Ну, можете прям совсем далеко не уходить, это от середины татами. Не прикольно. Знаете, да, для чего это упражнение делается у вас? Как бы представление есть? Мелкая моторика. Сейчас я смотрю, что половина людей правильно делали. Он говорит, сейчас больше половины правильно все делали. Говорит, некоторые, да, там примерно чуть меньше, да, половина, там, они делали чуть-чуть неправильно. Сейчас он еще раз напомнит. Это правильный вариант, да, исполнения. Вот такой вариант, когда посмотрите, какая нога толкается. Немножко делали так. Некоторые делали так. Правильно.
Татуева, Юкушиву, Угата, Минут, Надо, Бою, Ната, Тату. То есть, когда это делает, предположим, да, Это не разминка. この場合に相手の肩と腰を押しながらこちら側の足で畳を蹴って隙間を作る。これを足を。で逆から来た場合には。Смотрите, опора на ногу, да, на дальнюю идет сюда, и после этого проходит. こういうための練習。Это вот упражнение. 一人でやってるとよくわからないので、次はパートナーの人に 80% 抑え込む。80% можно, да, немножко делать удержание, да? Следующий раз, в другую сторону. Вот это вот упражнение давайте поделаем. То есть где-то 80% сопротивления, можно может чуть поменьше, и уход вправо в левую сторону. このことは大体まあトップの選手でもジュニアの選手でもあるいは子どもでも皆さんこの動きは練習していると思いますけども何のためにこの動きをするかということを皆さん自身が理解することとそれを正しく教える人に伝えることこれが重要です。Очень важное упражнение, важное движение для тех, ну, для понимания вообще уходов от удержаний как для детей, так и для ребят высокого уровня. Это очень важно знать, что, как двигаться в ситуациях, когда вы попали в удержание. Это не просто упражнение для разминки, да, как иногда может показаться. Это основное базовое вариант уходов от удержаний. Ну, а ну, 次はちょっと頭切り替えて、昨日の続きで、あのうつ伏せの四つん這いの相手を後ろから返す方法をいくつかやります。И теперь немножко вернемся к тому, что мы делали вчера. Положение, когда партнер стоит на четвереньках, и вы делаете атаку. ものすごく簡単なものをやりました。今日もそれほど難しいことはしませんけども、昨日より少し高度になります。Сейчас вернемся, но делаем немножко другое упражнение. Чуть-чуть, может быть, оно посложнее покажется, чем вчера. まず一つ目は、相手の柔道着のここに。Забираете, да? Посмотрите внутри, да? Шов. Внутри, внутри отворот, берете вот этот шов, который у вас здесь, да, захватывается между верхней и нижней частью дзюдоги. Of course, you can do like this, it's no problem. But this press is, ここの方が相手に力が伝わりやすい。То есть это такой более простой способ, да, использовать. 相手の後ろから相手にこうプレッシャーをかけるようにして。Сзади, когда атакуете противника, давление оказываете, захватите эту точку, это очень легко сделать. Вторая рука захватывает отворот за головой. На шее. この場合ですと、右手で持った場合は、相手の左の肩の方向に相手をこう崩していきます。И начинаете, да, давить его по диагонали на плечо, используя свой захват, используя свою руку, да, которую вы. その時に足で相手の足をコントロールしながらそちらの方向に崩していきます。И обязательно не забывайте про то, что ваша нога должна контролировать его бедро, да, то есть своим бедром контролировать его ногу. この時に相手のこの頭の後ろを持っていると少しこう相手を押して。Сваливаете его на бок и своей рукой, которую вы держите отворот на шее, давите на противника. Правая рука, да, в данном случае, которая держит отворот там, внутри, да, кимоно, закрывает подмышку, должны обязательно закрыть и очень плотно к себе подтянуть. Дай-тай, кусуруто, айтиро хитва,
向こうに逃げようとします。То есть некоторые пытаются да туда уйти, развернуться в обратную сторону. で私はこっちに引っ張ろうとします。だからここで止まります大体。Поэтому это нужно движение остановить, вы должны прижать. で足で相手をこう押さえてますから、このまま相手から自分が遠ざかるようにこの後移動します。遠くに相手から離れます。В этот момент одновременно вы должны выйти, да, то есть разорвать дистанцию, остановить его ногой, которая сверху, да, вы его останавливаете, упираете в него, и теперь должны разорвать дистанцию. Ушилива ханаштейте, кау айте ни чиказгетекимасу. То есть таз свой оттягиваете от него, а головой наоборот к нему идете. Вот в это положение. И после этого перехватываем. Давайте попробуем. Следующая техника. 同じように四つん這いの相手を返します。В это же положение партнер стоит на четвереньках。昨日初心者に対して。Вчера мы делали упражнение для начинающих. Такой переворот. 昨日や指導しました。これは本当の初心者、ビギナーにとって有効なテクニックですけども、少し相手のレベルが上がってくると簡単には返りません。То, что может получаться при начальном уровне, да, если уровень будет чуть-чуть высокий, то уже некоторые техники не будут работать, и если здесь партнер будет соображать, он не даст себя так легко перевернуть. Если он будет хорошо защищаться, то это будет не так просто сделать. Да, сделать небольшое. Это его техника, да, которую он использовал в свое время, личный вариант, как перевернуть в сторону. 同じように、昨日と同じように相手の腰の帯ですね、後ろを両手でしっかり握ります。Как вчера, да, вы берете двумя руками пояс. そして相手の横に自分の足、この場合右の足を膝を立てるようにして。Ставите ногу, в его случае это правая нога рядом с партнером. そこから左の足を相手の腰の横に持っていきます。И, а левую ногу, да, заводите сюда внутрь и ставите, посмотрите, да, то есть она под ногу идет партнера. Да, 自分の足首をこのように立てて相手の太ももにしっかりフィットさせます。Стопу разворачиваете на себя, да, то есть пальцы на себя. Да, 自分の体重を相手の自分の左の肘ですね。肘に全部体重を入れて残る。Вес тела перекладывайте да, в сторону своего локтя, на локоть на свой, и, соответственно, как бы на его плечо. То есть не только с помощью силы рук вы делаете этот прием. Оттолкаете своей ногой. Большая часть работы выполняет нога. И この足で畳を蹴る力をこちらの反対の足に伝えます。И передаете эту силу, да, то есть толкаете с одной ногой и второй ногой выталкиваете вашего противника, вашего партнера, да, в сторону. И после этого переходим на йокушинкатан. 自分のすべての体重は肘に。そして力は畳を蹴る力をこの足に伝えながら肘にすべての体重を乗せて。То есть вы свой вес должны перенести на свой локоть. Да, то есть поднимая эту ногу, то есть вы на одной стоите, начинаете ее выталкивать, второй ногой подбиваете, и поэтому у вас вес тела вашего переходит на ваш локоть. И так как это не техника бросковая, да, то здесь вам не надо его выталкивать сильно наверх. Ваша задача просто в его сторону.
Лучше всего, если вы как можно быстрее, да, как можно более компактное движение сделаете и перевернете его в сторону быстрым движением на спину. И после того, как вы его перевернули, то, что вчера Жан-Пьер объяснял, обязательно грудь в грудь, обязательно касание. То есть вы должны прижаться сразу же к нему грудью. Давайте попробуем. Сейчас о том, как плечо, да, потому что немножко вы сюда давите на плечо, и можно воткнуться плечом, о тому, как не травмироваться. Если вы это объясняете для детей, и кинари саки тайна хото, то умой китер, то ката тока, хокури это квитока, хикен на нуде, мазу сайшу ва тадаши угоки во минитскеру тамени, слоу-мошен де реншию сасете кудасай. Очень важно, да, то здесь есть вероятность того, что это плечо может сейчас, да, здесь дернется, или вы можете на голову поставить его, да, если будете делать резко, поэтому вначале, чтобы правильное движение наработать, делайте очень медленно. Саки итта кото, аши татами о керу кото, то соно чикара о хидари на аши ни цитаэру кото, соште хижи ни зен тайжи о носеру кото ва, кавари масен кедомо, соре о юккури, айте о контролу суру кото ишики ште, слоли, 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 слоли. То есть все то же самое, основные моменты, кстати, то же самое, только не делайте это резко, а потихонечку, потихонечку начинайте переносить туда вес, контролируя руке, да, чтобы не втыкать его туда головой. Это первый. То есть должны оберегать и детей от травмы, да, чтобы они не делали больших сильных движений. Сейчас просто цей покажет. It's okay. これ大丈夫です。もしレベルが上がればジュニアとか。Вот это упражнение, этот, да, вариант, когда вы делаете с перекатом, он тоже хороший и тоже работает, но его можно давать тогда, когда уже у ребят более высокий уровень. Потому что там есть опасное движение, что они головой катятся, и те, кто новички, они могут, есть опасность травмы, да, здесь. Поэтому очень важно это чуть попозже давать такой вариант. Also because, he don't know how it's possible to fall down. And sometimes he don't know how it's possible and risk to... Потому что don't use with less than 15 years old, 16 years old, don't do. До 15 лет, да, там, ну, примерно, да, тоже опять же зависит от их от уровня подготовки. Потому что очень опасно, когда вы резко начинаете делать, у него нету практики и навыка, как правильно перекатиться. Поэтому зачастую он может просто выставить голову, и здесь будет на шее очень сильное воздействие, да. Поэтому чуть-чуть попозже, да, когда будет видно, что ребята уже готовы, что они хорошо катятся, что убирают голову, тогда можно будет и такой вариант давать. Really good, like good control, like push, like control on the floor. This is perfect. Вот самое, да, то есть, ну, вначале как раз вот этот вариант, когда вы плотненько взяли, хорошо, потихонечку, потихонечку перекатывайтесь, не большим, а в сторону сюда, с контролем на плечо. И, конечно же, здесь вот в этих переходах вы должны обязательно помнить, да, и, ну, и детям об этом напоминать, что очень важно сохранить, да, без травм, чтобы спокойненько, безопасно делали перекаты здесь. Напоминайте об этом. Давайте сейчас попробуем сделать, но поделайте медленно-медленно, постарайтесь контролировать все точки, не делать резко, так чтобы... Да, я.
еще один вариант перехода, как раз его техника, то есть излюбленная именно. Отсюда, да, атакует, когда партнер на четвереньках сзади. Захват, да, на отворота спереди, на груди. Потому что здесь не надо, да, делать глубоко, просто обычный захват спереди. И противоположная нога, соответственно, да, то есть если вы правой взяли, то левой ногой вы заходите внутрь. そしてこちらの方向ですね。肩のこちらの方向に自分の体を投げ出すようにしてローリングします。 И вращаетесь, да, посылая свой корпус, свое тело по диагонали. その時に同時に左の手で相手の腕を押すくります。 Одновременно с этим левой рукой, да, в данном случае, вы под руку противника проложите. そして最も重要なポイントになるのが この中に入れたこの左足の使い方です。これを相手の反対側のももの内側にさっきのように引っ掛けてコントロールします。 И когда вы начинаете вращаться, вы своей этой ногой, которую заходите, вы должны начать контролировать своей стопой противоположную ногу, противоположное бедро вашего партнера. Что-то slow motion. Сейчас потихонечку сделаю, да? Вот видите, обратите внимание. Еще раз.少し今までの動きよりは複雑で難しいです。ですからビギナーはちょっと難しいです。 Для начинающих, наверное, это будет сложновато сделать. 2-3 года, да, после занятий 2-3 года они вполне готовы уже делать такие достаточно сложные координационные движения. Take hand off. The change grip. Здесь вы меняете захват. И очень важно, да, то есть ногу, которая, на которой вы катите, очень важно ее вовремя убрать из-под партнера. Rolling, видите, нижняя нога, да, должна уйти из него. もちろんいきなり縦小型目に行っても結構です。それが一番理想的です。はい。развернуть не его заходить в руку。でも慌てなくても 相手の腕をここで引っ掛けておけば、ここで止まってしまっても、ここから抑え込みに行けます。 Вы должны плотно потянуть себе локоть, да, и постараться сразу же выходить на него. ここまで行くと、大体相手の人は脇を締めてますよね。 Иногда бывает, что до этого положения вы доходите, и партнер начинает сопротивляться и прижимать локоть, ну, закрывать подмышку, да, не давая. 足を挟んでます。 И скрещивает ноги. Вот до этого момента тут проблем нету. Да? А вот теперь здесь как бы уже 80% техники сделано. ここからは自分の体を上に相手の上にして、自分の Здесь вы выходите наверх телом своим. お尻の方に重心を移動させます。 И немножко спускаетесь вниз туда в сторону таза, да, оттягиваете как бы свой корпус. そしてこの右の腕、相手の襟を握っている右の腕を相手の左肩の下に持ってきます。 И своей правой рукой под плечо партнера заводите. そしてこの相手に挟まれているこの腕を上にこう上げながら自分の体重をこうかけていって肩を決めます。И своей рукой, которой вы под локоть зашли,
используя весь свой вес, начинаете продавливать ее туда. Да? Как только вы продавили, вы сразу убираете ее, снова захватываете. То есть локоть, который он прижал, да, подмышку, вы отжимаете за счет своего веса. То есть ушли под нее, ушли, и после этого за счет давления всем корпусом, ногами, вы локоть поднимаете. Как только вы подняли, вы сможете снова перехватить ее и выйти на него наверх. Чуть-то мучкаши, кому шли масеньки, думал, я тем тебе краса. Может быть, это немножко сложновато, но давайте все равно поделаем, попробуем. Ну, немножко такой, да, сложноватый переход, то есть на таташи хугатами, когда переходите, может немножко где-то неудобно, еще что-то, но сенсей такое пожелание, что когда вы возвратитесь, обязательно попробуйте это все поделать, для того, чтобы, потому что иногда бывает с первого раза вы начинаете делать, не совсем удобно где-то что-то кажется. Это нужно как бы некая практика для того, чтобы оно легло. Поэтому не забывайте об этом. Да, мне кажется, мы молимся. Есть какие-то тут вопросы по этому? Один вопрос, можно? Вот у нас в последних соревнованиях очень часто в партере практически не дают бороться. И вот эти все техники, когда вот идет особенно статическая работа по вытаскиванию ноги, особенно вот на соревнованиях, вот когда смотришь Кашивазаки, когда делал, или вот сенсей Акадо тоже, когда на соревнованиях, то видно, что там судья дает время работать. У нас как только ногу обвили, все, команда стоп. И практически вот это вот действие, когда вот вытаскиваешь ногу, что уже делать? Никто не смотрит на него. Что делать? Кац предлагает сдаться, да? Просто не может. Вообще, как бы, правильный рефери должен понимать технику. И если он видит, что есть, ну, то есть он должен давать бороться в партере, если, ну, лежа, да, если он понимает. Зачастую это просто уровень судей такой. Вот как раз когда сенсей говорит о том, что да, несколько лет назад была такая ситуация, но сейчас на семинарах судейских есть такое как бы, да, пожелание, что рефери должны обязательно смотреть на ситуацию и понимать, да, будет она иметь продолжение или нет. Если идет активная работа и есть опасная ситуация, которая может привести к техническому действию, он не будет останавливать. Поэтому нужно на самом деле, чтобы была работа. И сейчас последние 10 минут у нас заключительные остаются. Он хотел бы немножко вернуться к тому вопросу, который мы делали, да, обсуждали в начале по поводу тачиваза и еще несколько объяснений дать по поводу техники стойки. То же самое, ханегоши, например, да, можно делать с этим же. То есть это все подготовительное движение, которое позволяет многие броски делать. Арайгоши то же самое. ですから見て分かるように上半身の作り、あの入り方、あの使い方と下半身の使い方、ほとんどここまでは一緒です。ちょっとステップする位置をいろんな技によってずらせば、この動き全部使えます。 То есть здесь у вас подготовительные действия к этим приемам одинаковые, то есть оно не меняется. Естественно, что есть какие-то различия, когда вы ту или иную технику делаете, там, таятоши, да, у вас куда нога. やってみますか。今の崩しで体落とし、内股、跳ね腰、払い腰。
и когда что-то нагадим дюмаса. Давайте сейчас вот попробуем поделать эти приемы, которые сенсей перечислил. Тайтоши, харайгоши, ханайгоши, учимата. Да, то есть четыре приема, поделав одно действие, и попробуйте каждый из этих приемов именно с одним, то есть одна и та же подготовка и четыре приема, да, сделаем. А что степ ва сурозорену вазани цуите, миасан ва соно вазани хайяйсу из ичини степ шимаса. И поэтому, да, посмотрите, то есть обратите внимание, что ноги немножко отличаются, да, работа, в зависимости от техники, но все равно должна хорошо. И еще один момент, да, не подходите слишком близко к своему партнеру, создавайте некую дистанцию, да, чтобы его на себя выводить из равновесия. Давайте. Буквально несколько минут попробуйте. Все, он правша, он все делает правой, но борется влево. Тихо, народ, много секретной информации шла. Смотри, то, учимата я баева. Дома. Прямо, а и ты не умеешь. Это от, зависит от партнера. Но лучше, ну как бы хорошо, когда просто по центру. То есть при выведении из равновесия, да, идет по центру марш. Убиваете по центру. Если говорит, у меня много силы, партнер нет, то можно просто по центру выбирать. Когда человек большой по весу, да, например. В случае, если человек большой вес, да, и тяжело его сильно сразу подбить, тогда вы выводите его сильно сюда и подбиваете его под ногу. Да. У тяжелого ну, баланс не очень хорошо развит, да, и то есть его легче просто скрутить без подбива. Понятно, спасибо. Окей, вопрос. Вопрос. Да, if we want to give some maybe I mean it problem, put on a line. But then they want to make a picture again, a line picture, and then we will see. I think it's better don't give a chance to make a question because in other cases better to make line. Okay. And then we will see about the picture because they arrive like usually. Okay. Okay, line up please. Thank you. Очень хорошо, что да, вчера и сегодня больше, чем 80% делали упражнения. Это очень важно, это, ну, не совсем обычно, не только для России, но и для России. Очень хорошо.